Лидер движения «Мы Мытища» Михаил Мурзаков поздравил трудовой коллектив Мытищинского научно-исследовательского института радиоизмерительных приборов со значимой датой. Институт был создан приказом министра радиопромышленности СССР еще в 1966 году. Сейчас по указу президента предприятие является стратегическим. Нам, мытищинцам, повезло. Мы гордимся тем, что живем в городе, в нашем городском округе, где есть вот такие по-настоящему уникальные знаковые предприятия, известные всей стране, работающие на всю страну. Мы желаем этому предприятию успехов. Они у них есть. Мы хотим, чтобы они были еще больше, чтобы предприятие развивалось. Институт является одним из первых предприятий-разработчиков радиоэлектронной аппаратуры. Еще в начале 80-х годов принимал участие в работе по созданию передвижной лаборатории измерительной техники для автоматизированной предполетной проверки всех типов самолетов Черника-80. Эти самолеты стояли на боевом дежурстве в войсковых округах. Сейчас институт проводит исследования в области электронной компонентной базы. И не только. Все виды испытаний, которые по климатике, по механике, плесневые грибы даже есть, вот мы делаем. Задач много в департаменте, на нас они будут, в общем-то, транспонироваться, и мы будем их выполнять. Поэтому сотрудников мы еще будем поднабирать. Средняя зарплата у нас в районе 80 тысяч рублей. В настоящее время в НИРИ работают 370 человек. Научный потенциал организации составляют 34 сотрудника. Из них 6 имеют ученую степень доктор наук и 28 кандидат наук. И только на этом останавливаться не собираются. Алла Сталаева, Денис Корнев, Первый Мытищинский.